Большой спортивный праздник. В минувшее воскресенье в Иванове провели мероприятие, приуроченное ко дню семьи. Его участниками стали дети, которые учатся в 41-й школе, и их родители. К спорту относимся замечательно, положительно. Мы очень рады, что здесь такой праздник сегодня устраивается. Вообще это здорово, когда семьи могут отдохнуть, могут посоревноваться, когда дети участвуют. Это вообще здорово, классно. Мы пришли, чтобы поучаствовать, поддержать наш класс в спортивных мероприятиях. Очень любим заниматься спортом. Дети занимаются художественной гимнастикой. Вот. То есть любим спорт. На приглашение принять участие в празднике откликнулись почти 80 семей. Их ждала не только эстафета, но и показательные выступления спортивных федераций, а также веселая разминка с чемпионом. Побежали еще быстрее! Препятствие! Препятствие! Идея, чтобы родители вышли, побыли со своими детьми, со своими классными руководителями, чтобы школьный коллектив наших тех классов, которые у нас обучаются, сдружились, пообщались. Погода прекрасная. Выходной день на свежем воздухе, что может быть лучше? Местом проведения праздника стал стадион на улице Павла Большевикова, который постепенно, год за годом, приводят в порядок. Здесь уже на сегодняшний момент сделан, восстановлен забор, покрашены и восстановлены спортивные сооружения. Это и комплекс тренажеров, это и ворота. Планируем восстановить беговые дорожки. Сметы посчитаны, уже ждем денежные средства. Во время праздника семьям предложили попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Выполнить отжимания, подтягивания, прыжки в длину, чтобы потом желающие смогли зарегистрироваться на сайте и уже официально сдать эти нормативы на значок. Организаторы пообещали, если первый праздник удастся, то его сделают традиционным. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.